Друзья, мы рады вас приветствовать на нашем YouTube-канале. Актриса Светлана Крючкова не из тех людей, кто, узнав о своей тяжелой болезни, опускает руки. За много лет борьбы с онкологическим заболеванием знаменитость перенесла множество курсов лучевой и химиотерапии. Глядя на артистку, поражаешься в силе ее духа, ведь она продолжает выходить на сцену и радовать своего зрителя. Всеми любимая актриса Светлана Крючкова вынуждена проходить лучевую и химиотерапию. Болезнь ей диагностировали случайно и сразу в четвертой стадии. Коварный рак периодически напоминает о себе. Всем известная актриса спокойно говорит о своем недуге. Пока я жива, а жить осталось не так уж и долго, будем смотреть правде в глаза. Еще успеваю что-то сказать, говорит она. Она принимает множество гормональных препаратов, в последние годы уже я гормонами набита, говорит Светлана. В это трудно поверить, но Крючкова черпает силы в творчестве. Она выступает с поэтическими вечерами, читает стихи Марины Цветаевой. О моей работе над поэтическими программами, наверное, правильно было бы сказать не исследование, а попытка проникновения. Друзья, давайте поддержим Светлану Крючкову. Будем надеяться на ее выздоровление. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями и будьте в курсе всех событий на нашем YouTube-канале.